Всем привет, дорогие друзья, это Сова. И у нас с вами была небольшая ресурсная миссия, которую вы пропустили, потому что это ни хрена не интересно. Я набрал все лития алмазов, и теперь я с этим всем богатством плыву назад. Хочу поделиться своими мыслями на этот счет. Короче говоря, я на последних соплях уплыл тогда из биома. У меня, оказывается, был еще всего лишь 15% заряда батареи на мотыльке, поэтому я, роняя слюни, проплыл через призрачного Левиафана строго наверх и успел доплыть, соответственно, елки-палки. И успел доплыть, соответственно, до базы. Там запарковать своего мотылька на всякие полезные вещи, а именно на зарядку. И я посадил грибочки. Грибочки я посадил, они как раз должны к моему возвращению сейчас вырасти. Из этих грибочков я могу сделать этот самый... Какой-то, как он называется-то, господи, полиниолин, что-то такое. Короче, какую-то такую приблуду я могу сделать. При помощи этой приблуды я могу немножко прокачать все снаряжение. По-моему, я могу себе качнуть костюм и что-то еще. Вот мы сейчас с вами в этой серии этим и займемся, а потом, смотря сколько времени останется, подумаем над тем, что еще поделать интересного. Так... Во-первых, пока останавливаю, я тут еще собирал дополнительные ресурсы, которые мне были нужны. Так, литий. Литий мы пока отсюда выпихнем. Ну, с остальным потом разберемся. Значит, смотрите, какой у нас план. Мы можем сделать, во-первых, укрепленный костюм. Он делается из двух алмазов, двух титанов и синтетических волокон. Синтетические волокна я, по-моему, где-то одни уже сделал. И куда-то положил. Вопрос только куда. А может быть и не сделал. Может быть я хотел их сделать. А, наверное, да. Вот у меня есть сетчатое волокно. А синтетические волокна у нас делаются так. Ну, два титана с этим понятно. Сейчас, синтетическое волокно. Оно делается из сетчатого волокна и бензола, да. Бензол я тоже уже сделал и оставил, да, вот здесь. То есть, смотрите, мы здесь можем сделать себе синтетических волокон. Это еще что за такое? Ты ничего не попутал, друг? Здесь нет воды. Ну, хотя бы это не Левиафан. Ладно, фиг с ним. Так. Так. Где у нас эта штука? Так, алмаз и два титана. Я могу сделать себе укрепленный костюм. Укрепленный костюм, это прям, мне кажется, вот прям то, что мне нужно сейчас в данный момент. Он у нас делается в станции усиления, улучшения, вернее. Здесь. Тогда я смогу вот в этих экстремальных зонах, где всякая кислота, всякая там жар и прочая хрень, выходить. Чё, нет, это не здесь? А, это станции этого самого, господи, да, это станция апгрейда. Станцию апгрейда я отсюда перенес. Да почему так тормозит-то, когда я здесь, господи? Так, это вот здесь. Нет, подождите, улучшение ласта это не то. Подожди, где это, блин, делается? А, это просто снаряжение? А, то есть был просто костюм противорадиационный. А, это разные костюмы. Противорадиационный костюм и этот... А, подождите, ну поскольку я угробил этот самый, в смысле... Угу, так, смотрите, я что-то понял, зачем я отключил радиацию. Я ж теперь могу снять противорадиационный костюм, противорадиационный шлем... По крайней мере, это в теории. И вместо этого поставить себе все штуки, которые нужны для глубоководного плавания. Наверное. Наверное, я могу это сделать. Так, есть место? Нет, здесь места нет. Так, здесь с местом тоже проблемы. Надо создать себе еще один ящик, наверное. Так, я могу себе создать еще один ящик. Буду плодить ящики. Вот я могу, да, создать настенный шкаф куда-нибудь. Вот куда-нибудь сюда. Да ты задолбал здесь плавать? Так.
Туда мы сейчас сложим весь литий, который у меня тут остался. И большую часть алмазов мы туда сложим. Так, теперь смотрите. Раз я отключил утечку радиации, теперь я смогу сделать себе вот здесь. И что, я опять не смогу, что ли? А почему не могу? Так, ребризер у меня где-то есть уже. А, блин, теперь два титана нет. Бля... Так, два титана мы с собой берем. А куда я этот самый дыхательную штуку, интересно, запихнул? Так, вот он, укрепленный костюм ныряльщика. Так, укрепленный костюм ныряльщика. Укрепленный костюм ныряльщик. Так, укрепленные перчатки, укрепленные это. Так, мы их, допустим, на себя надеваем. Радиация ж у нас уже должна этот самый развеяться, я надеюсь. Так, теперь мы классные. У нас сверхвысокий баллон. Теперь мы можем себе сделать еще сверхскользкие ласты. Вопрос только в том, что, скорее всего, дальше я буду путешествовать вот здесь. Так, где у меня, во-первых, мотылек? Вот он, мотылек. По-моему, я этот самый... Штуку для подводного плавания я запихнул мотылька. Сейчас мы найдем ее здесь. Да, вот она. Соответственно, ребризер вот этот мы пихаем сюда. Все наши следующие путешествия будут безумно глубоководными. Но на случай, если радиация еще не выветрилась, мы надо вот все вот это вот, чтобы потом на базу не плыть в какой-то момент. Когда я доплыву до нужного места, и окажется, что там радиация. Надо все это сложить сюда. Так, есть такая буква в этом слове. Так, это мы сложили. Теперь, так, плывем сюда. Заходим и в спокойной обстановке читаем. Теперь мне нужны ласты-зарядка, которые будут заряжать мои устройства, пока я там плаваю туда-сюда. Так, ласты-зарядка. Вот они. Они делаются как раз из... полианилина, комплект проводов и обычных ласт. А полианилин у нас делается из золота и солярной кислоты. Солярная кислота из трех грибов и отложения соли. Так, пойдем посмотрим, что у нас там с грибами с моими. Так, плантации грибов. Так, из трех грибов и отложения соли делается солярная кислота. Так, то есть мне по факту нужно с собой три гриба. Раз, два, три. А вот эти мы тогда можем дальше, соответственно, плодить. Так, сколько мне их надо семян-то? Так, семена. Вот мы семенами здесь все засаживаем, потому что это мне пригодится наверняка потом. У меня еще здесь вот такое вот растение растет. Я не знаю, зачем мне нужен. Но с грибами у меня, в принципе, все нормально вроде как. Поэтому... Так, мне еще нужна соль. Соль я куда-то складывал торжественно. Да, вот она, соль. Так, теперь мы можем из этого, значит, приготовить себе алхимический раствор солярной кислоты. Золото у нас присутствует. Теперь мы можем сделать вот он, полианилин. Теперь мы снимаем ласты. И улучшатели... Опять что-то не так. А, комплект провод... Подожди, ласты у меня есть. А, это сверхскользкие ласты. То есть я либо заряжаю себе приборы, пока ползаю, и это прикольно, что я себе заряжаю. Либо существенно повышает скорость плавания. Так, ладно, я тогда передумал. Пожалуй. Я лучше буду быстрее плавать, потому что быстрее плавать в наших реалиях гораздо интереснее, чем что-то там еще. Угу. Ну ладно, хорошо, у нас теперь есть бутылка полианилина, которая нам для чего-то пригодится. Так, вот это мы пока выложим отсюда. Пойдем поедим. И подумаем, что будем делать дальше. Какие еще рецепты у меня есть, из которых я могу что-то себе сейчас придумать. Так, луковых деревьев надо больше. Надо больше золота. Так, инвентарь полон. Две штуки мы сажаем, шесть штук мы съедаем. Так, все. С едой у нас все прекрасно. Давайте пойдем посмотрим, что у нас с аквариумом. Нет ли тут перенаселения в аквариуме?
Так, перенаселения тут, в принципе, нет. Но то, что вот эти вот товарищи... Не-не-не, стой. Так, вот этих вот товарищей мне не надо. Я одного оставлю. Чтобы они плодились, мне вообще не нужно. Так, одного такого оставим. Так, пескуна мы сейчас пойдем зажарим. Так, два пескуна должно остаться здесь хотя бы. Вот, два пескуна оставляем. Двух пойдем приготовим себе. У нас тут как раз и соль есть по дороге. Где она? Да, вот у нас и водичку. Берем водичку и берем солюшку. Так, камикадзе. Я могу пожалеть, конечно, об этом, но я отправляю вас. Плывите, вы свободны. Надо было их, кстати говоря, зарядить в этого самого, в циклоп, в смысле, в краба и стрелять этим. Что-то мне только сейчас пришла такая мысль в голову. А интересно, грибы, если у них есть соляная кислота внутри, может быть, ими тоже можно стрелять, и они разъедают что-нибудь? Раз мы из кислотных грибов что-то делаем, надо попробовать будет. Сделать себе плантацию боеприпасов и ходить потом из краба стрелять при помощи репульсионной пушки. Так, это мы себе сделали. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут еще есть из возможных улучшений, особенно для техники меня интересует. Так, укрепленный костюм, это хорошо, это у нас есть. Так, вот эта вся остальная дребедень мне, в принципе, не нужна. Оранжевый скрижаль у меня, кстати говоря, о скрижалях. Так, мы забираем вот это вот все. Так, это что такое? Это нулевые батареи. Их надо, кстати говоря, в фонаре поменять батарейку. Так, это тоже ничего хорошего. Так, а есть хоть одна батарейка? Вот, нормальная батарейка. Так, надо сейчас ее поменять сразу, пока я помню об этом. Так, отлично. Хотя комплект зарядных ласт, наверное, может быть, и имело смысл бы сделать. Ну да ладно. Так, что я хотел сделать-то? А, скрижаль я хотел все забрать. Скрижаль у меня, наверное, и так на подводной лодке. Да, отсюда я только должен забрать все ионные кубы. И все, что может использоваться в итоге. Да, здесь у меня ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет, и здесь тоже ничего нет. А, нет, здесь два ионных куба есть. Так, все остальные скрижали у меня и так на подводной лодке, так что с этим нормально. Мы их сейчас эти тоже туда перегрузим, пусть там будет все в одном месте. Так, со скрижалями понятно, пока я помню. Теперь дальше. Инструменты исследователи, да, кстати говоря, для поиска обратной дороги это прикольно было. А я зачем-то ее не сделал. А потом я вообще про нее забыл. Стаи с винтовку я до сих пор не сделаю, хотя она тоже наверняка прикольная. Ну, стаи с винтовкой на Левиафана точно охотится бессмысленно. Это я прям уверен. Так, хорошо, давайте смотрим теперь по улучшениям. Модуль погружения циклопа. Нужен никель. Я должен его найти. Это прям первое, что я должен сделать. Теперь дальше... Генератор щита циклопа, кстати говоря, вот он. Вот эту вот фигню временно создает барьер, делая ее неуязвимой. Это хорошо. Когда мы встретимся с Титаном, это нам очень сильно поможет. Мне очень нужен гидролокатор, но я не знаю, где его взять. И так, тепловой реактор. Мне нужен кианит, который я тоже не знаю, где взять. То есть максимум я могу сделать еще генератор щита на данный момент. И на этом пока все. Так, хорошо. Энергоячейка делается у нас из двух батарей силиконовой резины. Есть у меня это в запасе? Сейчас давайте посмотрим. Так, кстати говоря, у меня есть комплект проводов, да. Вот, две батареи у меня имеются. Полиниалин тоже сразу берем отсюда. Берем отсюда золото, потому что там для чего-то нужно. Силиконовая резина у нас присутствует. Тоже... Так, и берем титан, по-моему, что-то типа того нужно для того, чтобы это все произвести. Так, давайте смотреть. Энергоячейка. А, пластинчатый коралл мне еще нужны. Так, еще две штуки пластинчатых кораллов мне нужны. Так, что-то еще, да? Золото, а медный провод еще нужен. Так, а с медью у меня, наверное, проблемки, да? Теперь у меня еще
Да, еще у меня ресурсная экспедиция по поводу меди сейчас должна быть. Медь-то я... Да, медь-то я просрал. Надо, короче говоря, прям плыть на подводной лодке и собирать все на свете. Так, сейчас я тогда сплаваю за медью и вернусь. Так, я маленько надыбал меди. Теперь могу из нее сделать, собственно, медный провод. Могу сделать микросхему. На расширенный комплект проводов мне нужно еще одно золото, но оно у меня точно есть. Не здесь, так на подводной лодке. Вроде здесь тоже есть. Так. Расширенный комплект проводов. Есть такое дело. Так, теперь я могу сделать из этого... Что там хотел сделать-то? Это делается... А, в улучшении цикла делать само циклопе. А, ну мне как раз туда надо кое-что выгрузить. И вот это заодно заберу. Так, энергоячейки тоже заберем. Так, пойдем на циклопа. Что у нас с зарядом? Друг. Так, заряд у нас 96% на базе тех энергоячеек, которые остались, я понял. Или я их поменял? А, я поменял на энергоячейки, да, скорее всего. Да, у меня тогда есть? А, ну у меня энергоячейки, в принципе, в нормальном состоянии. Так, я понял. Тогда скрижальки. Тогда вот это вот сначала мы сюда выгружаем сразу. И пурпурные скрижальки тоже выгружаем. Так... Еще у нас есть... Что у нас три энергоячейки? А, все, я понял, почему у нас три энергоячейки. Кто там бьется постоянно? Да кому-то дать леща. Так, теперь у нас есть классный модуль. Вот эти две энергоячейки мы сюда выпихнем отсюда. Так. Энергия чего? Так, ладно, неважно. Так, вот эту фигню мы сюда кладем. Так, теперь у нас еще есть щиты. И как их активировать? Если наступит час X, когда на меня нападет какая-нибудь злоебучая хрень, как мне сделать неуязвимым себя? Ага, вот так, да? Так, а здесь еще какая-то штука будет в управлении. Так, я понял. Я, по идее, уже должен был даже ее найти. Эту штуку, по всей видимости. Так, надо сделать подлодку какой-нибудь не привлекающей внимания. Например, чтоб я ее легко находил потом, пусть она будет желтенькая. Длинная зеленая с желтой полосой и пахнет колбасой. Так, желтая с красной полосой, вторая полоса у нас будет ярко-синего цвета. А название будет... Название смерть Левиафаном. Левиафа. Смерть Левиафа. Да, прекрасно. Отдает чем-то таким Левиафа. Что-то утонченное есть в этом. Так, все, прекрасно. Это мы сделали. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут еще из улучшений осталось. Так, я могу улучшить камеру приманок. Я, наверное, это и сделаю. И вот мне очень нужен модуль теплового реактора, но мне сюда нужен кианит, который я пока еще не нашел. Модуль погружения мы уже придумали один. Ну, все остальное осталось только найти. Соответственно, улучшение камеры приманок я сейчас сделаю. Тут нужно всего лишь навсего литий 2 и аэрогель. Так... Два лития и аэрогель нужен. Так, идем сюда. Так, теперь идем. Так, для того, чтобы это сделать, мне нужно собрать такой мешочек. Так, мешочек гелеобразный собираем. По-моему, один мешочек мне нужен. Один гелеобразный мешочек и, по-моему, один рубин. Если я правильно помню. Так, давайте посмотрим. Так, и что-то там еще нужно было. Два лития еще было нужно. Так, больше, по-моему, ничего. Так, сейчас глянем. И газовые фолликулы, которые я с каким-то псом насобирал, в общем, тоже не нужны никому. Так, вот он рубин, и вот они два лития. Так, из этого я могу себе сделать аэрогель.
И все, по-моему, да? Мне больше ничего не надо. Да. Больше мне ничего не надо. Где у меня мотылек? Мотылек, мотылек. Так, мотылек, ты сделал очень доброе дело, но в ближайшее время мы пока без тебя поплаваем, а ты у нас иди заряжайся. Так, все, мотылек у нас ушел на зарядку, красава. Теперь мы пойдем в подводную лодку. Нам, кстати говоря, надо еще краба нашего спустить вниз. Так, идем в подводную лодку. И сделаем себе... Сделаем себе. Так, улучшенные камеры приманки. Да блин, что ж меня постоянно бьет там поэтому? Раздражает вообще. Мне, кстати, не так-то много осталось. Ладно, улучшенная камера приманок. И у меня еще из улучшений-то геолокатор остался. Вот для эффективности двигателя погружения уже есть. Поворот. Короче, что-то придется выкинуть. А сколько я приманок теперь могу положить? О, улучшение так улучшение, кстати говоря. А приманки я с собой не взял. Короче, еще 4 приманки я могу сейчас загрузить, в итоге будет 5. Так, нормально. Значит, теперь смотрите, какой у нас план. Во-первых, мы... Да, во-первых, мы выходим из краба отсюда. Да, выходим из краба отсюда. Теперь выходим из краба и чиним его. Так, ремонт краба, он у нас немножечко повредился в боях. Да, в неравном бою ему еще сегодня с Левиафаном... Нет, сегодня уже нет, завтра с Левиафаном сражаться. Так, летим назад. Давай, давай. Так, все, есть у нас такой краб. С этим все нормально. Так, подлодку мы вроде как тоже максимально обезопасили. Теперь нам осталось взять с собой еще несколько приманок. И, в принципе, мы можем выдвигаться. Из всего, что у меня есть в наличии, больше я как бы ничего сделать не могу. Да че так темно? Как-то вообще очень темно, я хочу сказать. Так, заходим на борт. Там у нас ребята беснуются. С водой у нас все прекрасно, мы можем... Еще пятилетку так жить. Отсюда мы, значит, должны забрать приманку для существ. Так, приманка у нас здесь одна. Батареи у нас все разряжены. Тогда нахер не нужны. Надо, кстати говоря, зарядку для батареи сделать. Эти все штуки мне тоже в пути не пригодятся. Мне все равно придется возвращаться на базу. Так, где у меня чего? Где у меня батарея? Вот, кстати, одну батарею на всякий случай я с собой возьму. Пусть она у меня будет. Так, и что у меня здесь? Здесь у меня тоже разряжена батарея, короче, всякая фигня. Так, вот это мы отсюда, значит, выгружаем. Это у нас набор для выживания. Пропульсионная пушка, костюм и краб. Ну, как бы, ладно, хрен с ней. В принципе, все. В принципе, все. Так, единственное, что аптечку надо с собой взять. Надо, кстати говоря, этот самый генератор аптечек поставить. Пусть он у меня в подводной лодке будет. Так, залезай сюда. Кстати говоря, по радио ничего там? Нет, я ничего не пропустил по радио. Забираем изготовителя аптечек. Я пропустил где-то какую-то интересную технологию. Потому что для подводной лодки, мне кажется, у меня уже должна быть эта штука. Которая гидролокатор. Если геолокатор. Он бы мне очень сильно пригодился, на самом деле. Где-то что-то я не нашел, но пока непонятно, что и где конкретно. Так, итого. Мы теперь загружаем сюда еще 2 приманки для существ. У нас с Савой есть полный набор всякой дичи. Мы на всякий случай закрываем эти отсеки, если вдруг пойдет какая-то жопа. Этот отсек не закрываем, нам еще сражаться. Так, у этого пустой инвентарь. Мы можем съесть немножечко лукового дерева, чтобы привести себя в норму. Так, надо просто высадить новое. Так, отлично. Мы полностью сыты. Мы полностью довольны. У нас есть щиты. У нас есть воля к победе. У нас есть
куча бесполезных иконок известняка, которые надо отключить. Я сейчас это пойду сделаю. Надо искать эти самые штуки по меди, а иконки эти надо вырубить по той простой причине, что меня тормозит. В принципе, если бы не тормозил, я бы не вырубал, но это жопа. Вот такое количество маркеров на карте мне просто не нужно. Так. Отменись. Может, тебя заставить что-нибудь полезное искать? Что ты можешь полезного найти? Яйца существа? Будем всех подряд вылуплять? А, ладно, в задницу потом когда-нибудь. Так, все. Мы выключили все раздражающие моменты. Мы запитались едой. Мы забрали с собой всяких штук. У нас есть полностью экипированный костюм краба. У нас есть зарядка на этом. У нас есть самое главное — нож. И что теперь? Теперь мы смелым... Да, смелым движением руки всплываем на поверхность. Ждем, наверное, утра. Оно как раз вот уже наступает утро. Так, наш капсула 5. А что-то я не понял, а где Аврора-то? Куда Аврора подевалась? Вот она. Если мы нейтрализовали радиацию вблизи, это означает, что, наверное, просто я же зачем-то нейтрализовал радиацию, наверное, вот там, вот где он мне кричал, что там радиоактивные элементы и прочая хрень, могло что-то появиться интересное. Короче говоря, я хочу теперь на подводной лодке поплавать вокруг Авроры, вот куда-то в ту степь. Там, кстати, капсула 12 у нас. Ну, в общем, короче говоря, вот куда-то туда. Может быть, оплыть вокруг в следующей серии. Скорее всего, встретить там Левиафана и подраться-таки наконец-то с ним. Ну, короче, вот какие-то такие у нас планы. А пока спасибо, ребят, за внимание. Удачи и всего вам доброго.